Куда здесь надо бежать? Фу, здравствуй, моя дорогая шестая. Я так скучал по тебе, если честно. Дрянь ты такая! Откуда ты взялась? Я ж тебя завалил! Аналия, всем привет, с вами Бояра, и снова маленькие кошмарики, продолжаем. С нами Моло, как вы видите, он с фонариком. Напоминаю, мы ищем еще два предохранителя, короче, ищем, бегаем от каких-то зомби, которых надо фонариком прятать. И ты не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик, короче, поехали. Ты не поверишь, сегодня должно было выйти другое видео, но у меня проблемы с интернетом, поэтому не смог записать я другую игру. Не смог, пытался. Я пытался ее скачать. А она, знаешь, сколько скачиваться, говорит, будет из Стима? 2,5 дня. Охренеть, можно вот так, вот такие вот траблы с этим, с провайдером. Не знаю, надеюсь, они решат эту проблему, потому что это очень... Ясно, отстаньте. Короче, хоровец хотел для вас записать, но он тут хорроры и так вот. Да отстаньте вы, что вам надо от меня? Руки, да ёп, руки убери от меня. Между прочим, это посягательство на детскую собственность, частную собственность. Потому что, ну а чё они руки тянут? Это же ребенок. Чё они все тянут руки? Сейчас я опять сдрогну. Смотри, я уже объяснял в предыдущей серии, если ты не помнишь, что... Нет, кстати, нет. Что я не могу привыкать к скрипу. Да хватит! Надо запомнить, короче. Либо не торопиться, либо запомнить. Я не могу привыкнуть к скримерам. Вот не могу и все. Если есть скример, он обязательно меня напугает. Именно поэтому я не шибко люблю играть в хоррорюшечки. Но для вас я запишу все-таки, возможно, на пятницу, возможно, на выходные хоррорюшечку. Отстань, отстань, тихо, 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 тихо. Да что я же прошу? В первый раз я прошел здесь нормально почти весь этот момент. Что происходит-то? Что, руки трясутся? Заговорился? Что такое-то? Давай аккуратно пойдем. Давай, не торопимся. Главное, мансить красиво. Мансить, хорошо, красиво. Красиво, красиво, нормально, нормально, нормально. Так, руки убрали. Да убери ты от меня свои руки. Что ж ты делаешь-то? Может, надо вообще ровно по прямой бежать? Давай попробуем ровно по прямой бежать. Вообще, знаешь, влево-вправо не прыгать, не бегать. Просто бежать по прямой и все. Зачем ты выключаешь фонарик? А, он сам его включил. Давай, вот ровно по прямой бежим. Нет, не сработало так, окей. Давай не будем бежать. Я вообще не знаю, как здесь пройти. Давай не будем бежать, будем идти медленно. Будем идти медленно. Вот да, мне там спор у нас возник. Сколько мне серий осталось пройти? Я говорю 3. Мне говорят, не, а 6. И походу да, потому что ну что-то как-то очень долго. Давай медленно, не будем торопиться. Моно, давай, не торопимся. Не торопимся. Не-не-не, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Тихо, тихо, без паники. Вот, вот я не вижу. Я не вижу, куда можно, а куда нельзя идти. Вот сюда. Да хорош, я же не задевал тебя. Блин, может реально надо бежать? Медленно не получается. Бежать не получается, а как, а почему? Что происходит? Ты сам включишь фонарик или мне? Может мне вообще без фонарика это сделать? Давай в темноте побежим, может они меня не заметят. Просто до этого я так прекрасно все сделал. Вот смотри, как красиво, вот смотри, как красиво. Смотри, хорошо иду, хорошо иду. Вот надо было без фонарика. Иди отсюда, так, вижу, тихо. Тихо. Надо было без фонарика это делать. Все нормально, так, идем медленно. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, тихо, тихо, все, тихо. 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 Я же светил на него. Пожалуйста, ты же сохранилась, игра? Ты же сохранилась. Не сохранилась. Ладно. У меня соседи, наверное, в шоке. Я записываю, потому что игры по вечерам. И когда я записываю такие громкие видео, у меня соседи, наверное, просто в шоке. Что происходит в моей квартире? А тут на самом деле про... Тут надо за... Я не знаю, что происходит. Тут надо, короче, запомнить маршрут, и все нормально будет. Ну, могли бы на самом деле сохраняшечку сделать вот после вот этого коридора. Потому что, ну, вот это такой момент унылый. Ты вот вроде его уже прошел, уже все.
Но нет, игра заставляет тебя снова и снова бежать по этому месту. Вот все. Так, просто бежим. Так, фонарь включаем. Светим, светим. Сейчас справа будет. Вот, светим, светим, светим. Светим, я же светил в тебя. Или он без башки, и что? На него не действует это? Он, походу, без головы, на него это не действует. Я, короче, понял. Нам надо хрен забить на того левого. И, так сказать, акцентрировать внимание на том правом, который появляется. Потому что остальные как... Ну все, я уже запомнил этот момент. Тут уже не сложно. Тут уже не сложно, не сложно, тут не сложно. Руки убрали. Тут уже не сложно. Так, во-первых, вот этого сперва. Так, стой, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Я свечу на тебя, алло. И вот сейчас здесь будет. Тихо, 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 свети на него, так свети на него, ты почему поворачиваешься? Ты понимаешь, я ему не говорил поворачиваться, я ему приказывал идти туда. Вот это проблема отсутствия джойстика, еще раз повторяю. В этом проблема отсутствия джойстика. С джойстиком ты можешь контролировать ее руки. На клавиатуре ее руки контролируются с помощью правой кнопки мыши. И это не так уж и удобно на самом деле. Это я даже сказал совсем неудобно. Тихо, тихо. Да что опять? Что? Ну я не знаю. Ну 6 минут мы уже в этом месте. 6 минут, да, давайте, конечно, всю серию посвятим нашей пробежке от этих дурачков. Они не сложные, они не страшные. Они, блин, ну там прям в комментариях писали, знаешь, что обстановочка очень такая мрачноватая и прямо такая нагнетающая. Ну да, я не спорю, она довольно-таки неплохо сделана, но, блин, вот эти моменты, когда ты бегаешь влево-право, это очень удобно. Так, вот смотри, вот смотри, вот я свечу, вот свечу, вот свечу на него. И иду просто назад. Просто назад. Теперь надо повернуться и светить вперед. Вперед, говорю, светить! Вот на него свети! Да ты дура, что ли, или дурак? Ты дурак, Мона! Ну что, мы застряли здесь, хорошо. Я, если мы сейчас еще очень долго будем здесь находиться, я просто вырежу нахрен все опять. Ну как было в предыдущей серии, потому что я не люблю делать одни и те же движения 1000 раз. Это и не смотрибельно, это неинтересно даже смотреть. Но это бред, потому что... руки убрали. Да убрали все руки. Даже, вот я на ней ни разу не попадал. Ни разу я на ней не попадался, ни разу. Давайте, хорошо, всем в руки дадимся. Давайте, все потрогают Мона, давайте. Давайте потрогают пусть все. Почему нет, действительно? Давайте, трогайте меня. Я сахарный, вкусный, или что происходит? Почему манекеном он нужен? Почему я так нужен манекеном? Ты реально просто манекены. Зачем они меня вообще все трогают? Что им надо? Вот смотри, вот свечу. Вот свечу. Я свечу. Окей. Все, нет, свети. Ах, вас там двое еще. Так, мне, подожди, подожди. Мне нужно понять, как мне развернуться вправо так, чтобы постоянно светить на него. Вот это для меня самое главное. Вот свети на него, свети на него! Ты что, дура? Я не понимаю. Ну, я понимаю, что он дурак. Или я дурак. Подожди, ну вот смотри, вот давай, потренируемся. Мы бежим сюда и светим. Мы бежим сюда и светим. Ну вот сейчас он нормально светит, почему он там не светит? Может просто пробежать и нафиг его? Вот реально, взять и пробежать его мимо. Как бежать на него напрямую? Они не сразу активируются, то есть там есть определенный момент, когда как бы можно все это предотвратить. Убрали, убрали руки, убрали. Так, вот сразу в этого. Вот, направляем, хорошо. Направил я, стоять. Идем медленно назад. Он же не идет за мной, да? Нет, не идет, окей, этого, получается, мы сдоджили. Вот сейчас вот этот вылезет. И там справа будет, но самое главное, вот тот справа меня больше бесит. Вот этот, вот этот, вот этот меня бесит. Вот он меня бесит! Так, ну почему? Ну а как? А как по-другому-то? А что происходит? 10 минут, мы на одном месте. Мы 10 минут на одном месте херней страдаем. Это бред. Это реальный бред. Это место я уже пробегаю просто на ура.
Блин, тут реально надо просто запоминать все эти места. Вот давай. Давай вот так побежим. Вот, вот так бежим. Не поворачивайся, только не поворачивайся. Не поворачивайся, говорю. Все, бежим, бежим, бежим. Почему ты поворачиваешься? Ты понимаешь, я не говорю ему поворачиваться, а он поворачивается. Он берет просто и поворачивается зачем-то. Зачем ты это делаешь, Мона? Ты понимаешь, что ты душнить начинаешь? Он меня прям напрягать начинает. Я реально не понимаю, почему он в последний момент поворачивается. Он поворачивается. Ты понимаешь, я бегу прямо, свечу на эту дрянь, она стоит. И в какой-то прекрасный момент он зачем-то берет и просто поворачивается вокруг оси. И естественно, та начинает агриться на меня. Без света. Я не понимаю этого прикола. Почему это так происходит? Возможно, может быть, вообще не направлять мышкой, а просто бежать по прямой. Ну, типа, я просто буду светить вперед и все. Так, руки убрали. Руки убрали. Он реально ползет за мной? Вот-вот-вот, смотри, он сам поворачивается, зачем? Он начинает вертеть этим фонариком влево и вправо. Зачем он это делает? Это что за бред-то такой? Я, конечно, понимаю, что с клавиатурой неудобно в такие игры играть, но не настолько. В настройках и в описании к игре четко написано: вы можете играть с клавиатуры. Я не могу играть с клавиатуры, потому что это какая-то херня получается. Меня бомбит, да, бомбит. А как по-другому? Меня реально бомбит, потому что она зачем-то поворачивается. Вот, смотри, она бежит и поворачивает. Бежит и поворачивает. Вот зачем ты поворачиваешься? Тихо. И вот куда дальше-то? Куда? Это тупик. А, вижу. Сосат. Твою мать. Я тут, наверное, полчаса, короче, бегал. Жестко. Ну, это глупо. Это очень неудобно и глупо, короче. Да залезь уже, все. Как они меня достали, это кошмар просто. Все, тут все. О, мыло, не надо, только мыло подбирать. Ну, дурацкая затея, мыло подбирать. Мне, короче, кстати, писали в комментах, что я шапку проворонил в одном месте. Я в одном месте проворонил шапку. Это было где-то там... Практически в начале той серии. Ну, бывает. Вот, скорее всего, здесь еще одна шапка. Потому что слишком секретно. А, нет, не шапка, это привидение. Про привидение, кстати, никто ни разу не писал, что я где-то привидение проворонил. А что ты там, моешься? Это в мед? Ванна с медом. Ну, ванна с медом, да, видишь, пчелы летают. То есть это медовое обертывание. Шугаринг у чувака, шугаринг там. Залезешь к нему? Не надо. Тут нету никаких этих, да? Не, нету тут шапочек. Нормально, ну отдыхает, спа у человека. Чё, это же больница. Спа процедура у человека, все в порядке. Аккуратно, да, не тревожим, идем тихонечко.
Дурдом, конечно, дурдом, то, что сохранение так редко. Это как с рукой в предыдущей серии, то же самое было. Так, ну тут мылом кинуть надо, я понимаю. Так, кинь. Вот. Так, тут будут пацаны? Ты встанешь? Ты же не встанешь, надеюсь, да? Блин, вот ты встанешь, да? Давай ты не будешь встать. Давай ты не будешь за мной ездить на этой коляске. Ты же не дурак, чтобы за мной на коляске ездить. Это его надо подвинуть? Серьезно? Ну это жутенько. Ага, сейчас мы его будем толкать, конечно, и он нас схватит сразу, да? Здорово. Привет, чувак. Тебе бы как-то подтолкнуть. Что ты такой медленный? Возьми его. Не, ну смотри, ну он пытается схватиться. Он пытается как бы схватить его. Не понимаю. Может так просто дверь открыть? Нет, не работает. Опять загадки. Очередные загадки. Хорошо, давай смотримся. Вентиль, ну вентиль мне не нужен. Раковина вроде как тоже. Нет, ну тут по-любому надо как-то с этой, с коляски все это сделать. Швабра. Ведро, может быть, подцепить? Возьми. Не, ведро не берет. Ну с ящика я не допрыгну. Чувак, как тебя? У тебя, может, тормоза какие-нибудь стоят? Ты на тормозе стоишь, нет? Эй. Эй, ну пусти на коленки. Ну пусти, дай прокатиться. Ну дай прокатиться. Ну дай, ну что ты. К этому залезь. Ну у них тут у всех спа-процедуры. Залезь к нему. Да залезь к нему. Чего ты боишься? Не, не хочет. Так, непонятно тогда. Но я вижу дырку, куда надо залезть. Вот мне тут очень не хватает моей помощницы. Она бы мне сейчас очень помогла. Блин, ну у него реально такое ощущение, что... Нет, ну у него не получается. То есть коляска либо на стопоре стоит, либо я не знаю. Как-то ему надо этот стопор растопорить. Ну, у колясок бывает такой стопор, чтобы, знаешь, колеса не крутились. Просто брать вот эту вот коробку, мне кажется, бессмысленно. А он ее, собственно, и не берет. Давай мылом ему втащим, что ли. В лицо ему сейчас мыло закинем, может... Поможет. Смазать колеса мылом, может быть? Ну. Ну куда-нибудь, давай, ты справишься. Да что ты, почему такой хилый-то стал у меня? Не понимаю. И главное, мыло не работает. Чувак, дай полежать с тобой. Тебя может это, а расцепить надо? Но там я ничего не вижу, что происходит. Что тебе надо сделать с этим чуваком? Где-то у него явно есть стопор. У него где-то явно есть стопор. Ну, блин, тут не может быть с мылом связано. Ну, я, знаешь, типа думал на мыле его прокатить. Мыло же типа это, скользкое. Может свет вырубить? А ну конечно. Сейчас он, сейчас он будет ездить за мной, да? Я понял. Я понял. Ну ладно, догадался, хорошо. Он типа встал с коляски, теперь мне будет легко. Тихо, 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 тихо. Стоямба, стоямба, стоямба. Куда ты, пират? Слышишь, пират одноногий? Куда ты тут? Куда ты тут? Слышишь? Я вижу тебя, вижу тебя, вижу. Ясно. Ну, я примерно так и предполагал, что его надо как-то отсюда убрать. Он не вставал, потому что было светло. А сейчас она поедет. Ну, конечно, сейчас уже поедет. Логично.
Ну окей, загадка решена. Какие сложные сегодня загадки, ты понимаешь? Мой мозг не готов к таким загадкам по вечерам. Ой, давай, катись, катись, катись. Давай. А можно как-то уже забраться? Ну давай, ну немножко осталось. Ну, это хорошо. Блин, какая мрачная обстановка. Мне прям не нравится. Мне не нравится. Ну, конечно, сейчас он за мной побежит. Мне не нравится эта больница, если честно. Вообще не нравится. Здравствуйте, ребята. А что вам надо? А что вы хотите от меня? Вот что вам от меня надо? Объясните мне, пожалуйста. Тихо. Ну я же светил тебе на коленке. Я же светил ему на колени. Что ему не так не понравилось? Их надо как-то всех в кучку собрать. Проблема в том, что их надо постоянно собирать в кучу. После того, как ты их в кучку собрал, уже все удобно становится. Кто вот из вас встанет? Ясно, вы все встанете, ну конечно. Ты тоже встанешь. Ну естественно, ты тоже встанешь. Давайте соберемся всей гурьбой. Ну конечно, давайте всей гурьбой. Сюда, сюда, пацаны, все сюда. Давайте, давайте. Все, вы все четверо здесь? Да, все четверо здесь, прекрасно. Все пятеро, здравствуйте, ребята, здравствуйте. Я тут пройду, можно, да, тихо-тихо. Вот главное, чтобы еще один не ожил. А, ну конечно. Как нет-то? Стоямба. Всем стоять. Тихо. Не-не-не-не-не-не. Ребята, давайте вы тут как-то без меня решите свои проблемы. Я можно уйду отсюда? Серьезно? Вы еще сюда полезете? Хорош, сохранение было. Все, сохранение было. Идите в за... Идите сюда. А вот с мячиком поиграйте. Вот, хорошо. Медицинскими. Ой, играйте с мячиком. Что? Тебе не понравился мой мячик? Это стоямба. Играйте с мячиком. Мячиком лучше играйте, а не детей хватайте. Вот. Футбол всему голова. Спорт, ребята, спорт. Спорт, держите. Все, играйте, идите отсюда. Да хватит кидаться-то. Я очень не хочу выключать свет, на самом деле. Фу, здравствуй, моя дорогая шестая. Я так скучал по тебе, если честно. Без тебя вообще страшно. Где взять предохранитель? А, вон он, мы сейчас нажмем. Блин, знаешь, что боюсь? Мы сейчас нажмем рычаг, пред выпадет, и эти пацаны вылезут. Нет, нормально, я думал, свет погасит, эти пацаны вылезут, короче, и начнется опять вакханалия беды. Слава богу, что все нормально. Так, на, лови. Нах, почти. Почти, бери. Да ты хорош! А дальше отойти. Ой, хорошо. Вставь, пожалуйста, открой дверку, дорогая. Спасибо! Без тебя я бы не справился. Все, это мы забираем. А все, у нас два их есть, да? Один там вставлен, один здесь. Да, все окей, прекрасно. За 20 минут решили одну загадку. Великолепно. Ну как за 20? Для вас 20, для меня 50. Дурдом, конечно. Ну с этим... Но это вся проблема джойстика. Молодец, смотри-ка ты. Она даже сама отцепила. Какая умница стала, а? Я думал, мне самому бегать надо будет. Давай, вставляй. Поехали отсюда. Сохраните, пожалуйста, игру. Отлично, сохранение было, это великолепно. Давайте, пожалуйста, больше не будет этих пряток с фонариками, потому что это неудобно. Это на самом деле напрягает. У меня довольно-таки потные ладошки, потому что я боюсь этого всего. Но тем не менее, детская, кстати. Вот говорили же, детская игра, да? Детская игра, ага. Ребенку дайте в такое поиграть, он с ума сойдет. Опять темно, серьезно?
Блин, шестая, тебе тоже фонарик надо где-то зародить срочно, потому что моего одного фонарика вообще не хватает ни на чё. Вот от слова совсем. Вот ты вот встанешь, да? Да вроде нет. Чё за манекены? Откуда манекены? Зачем манекены? Никто не объясняет. Можно залезть? Судя по всему, можно, но без света это бесполезно. А тут по-любому день шапка есть, которую я пропустил. Но без света лезть вообще не вариант. Это для нас специально, смотри, повесили. Класс. Можно залезть. Прям кто-то знал, галстук свой повесил. Сохранение было отлично, великолепно, вообще супер. Так, этот ящик, я уже понимаю, нужно тащить. Что? На себя тащить? Что? Что? А! Что? Где? Тихо, не пугай меня. О, тебе помочь надо! Дрянь ты такая! Откуда ты взялась? Я ж тебя завалил! Бери быстрее! Что? Вот что с ней надо сделать здесь? Но он палку не берет! Ладно, еще... А, вон, вижу колотушку. Долбаная рука! Это специально, смотри, чтоб это, типа, шестая мне не помогла. Ударь его! И второй раз! Да, хорошо, еще раз сейчас будет. Давай, дубль два, я понял, два раза ее надо. Раз. Первый раз отпрыгивай, второй раз нападаем. Что? 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 Ты опять не в ту сторону воюешь? А, брось! Прыгни! Ну, один раз мы ударили. Дай мне время. Да, нет. Хорошо, иди отсюда, пожалуйста. Уйди. Уйди от греха подальше. Я тебе все пальцы сейчас переломаю. Еще одна, серьезно. Две! Вы издеваетесь? Две руки, окей. То есть мы с одной не могли справиться целую серию. Сейчас две. Почему нет? Действительно. То есть, я так понимаю, нам нужно обороняться от двух рук. В то время, пока шестая будет ломать доски. Скорее всего, это как-то так должно быть. Либо это надо нам сломать. Нет, то есть нам надо будет ждать. Короче, я понимаю. Нам нужно одну руку обезвредить. Ага, здравствуйте. Одну руку обезвредить, вылезет вторая. И потом, пока мы с двумя руками деремся, шестая в это время будет... ломать доски. Твою же мать, а. Ну конечно, да вот почему нет? Да, ударь. А почему ты не ударил? Это какая-то смертельная серия. Тут одни смерти. Ну, это, ну мы не умираем на самом деле. Как бы это просто. Начинаем за. А почему мы ящик не можем подвинуть? Это же неспроста здесь ящик. Поможешь, может? Этот ящик явно здесь неспроста. Возможно, этим ящиком можно подпереть этот шкаф. Но как это сделать, я без понятия. Шестая, ты мне, может, поможешь? Потому что это прям... Потому что такое ощущение, что это прям нужно сделать. Я не понимаю. Ну, мне кажется, можно было подпереть ящиком, чтобы вот эта рука не вылезла. Здравствуй! Хорош, сразу попал. Да попади ты, что ж ты делаешь-то? Ну, я не могу, тут надо по прямой бить, понимаешь? Это проблема, опять же проблема то, что нужно бить по прямой. То есть их надо выводить на одну линию и по одной линии с ними драться, потому что драться с ними не на одной линии очень тяжело. Потому что у тебя на клавиатуре есть только вверх-вниз, вправо-влево. Ну и условно там на 45 градусов ты можешь повернуть героя. На джойстике ты можешь героя повернуть в любую точку, так сказать.
Вот-вот видишь, в чем проблема? Вот видишь? Вот. А, попал, хорошо. А так можно было? Не знал. Почему ты отсюда-то вылезла? В тот раз ты не отсюда вылезла. Она в тот раз приползла оттуда. А сейчас она вылезла отсюда. Почему? Непонятно. Не знаю, вообще не знаю. Вообще без понятия. Это все заяц накаркал, на самом деле, что 6 серий будет. 6 серий будет, ты не сможешь, ты не пройдешь, да-да-да-да. Ну, не знаю. Как-то это все неправильно. Это искусственное усложнение, на самом деле, игры. Реально, это реально искусственное усложнение игры, потому что, ну, оно так не должно быть. Вот почему она сейчас с другого места вылезла? Вот почему ты вылезла сейчас с другого места? Объясни мне, пожалуйста. До этого ты вылазила оттуда, а сейчас вылезла отсюда. Вот что, вот опять? Вот опять, смотри. Ударь. Так ударь, ударь. Так... Ты... А, подожди. Так, а может, смысла нет драться второй-то раз? Надо бросить трубу и просто бегать от них? А я нахрена-то с ними дерусь? Кстати, надо попробовать. Не исключено совершенно. Не так я хотел сегодняшний вечер провести. Ой, не так. Давай вылазь, откуда полезешь? А вон, вижу, сидит сзади. Вон сзади сидит, смотри, вижу. А, вот она. Попал, окей. А сейчас надо будет просто от них мансить бегать. Потому что с двумя... Ну, с двумя не вариант драться. С двумя это невозможно драться. Вот все, бросаем нахрен трубу. И ждем, короче, пока... Она оторвет. Все, давай, отрывай. А я буду бегать. Или она в одного не сможет оторвать. Кстати, вполне вероятно, что она одна... Нет, отрывает, прекрасно. Все прекрасно. Нам просто надо дать ей время. Просто дать ей время. Да, хорошо, она отрывает, я прямо слышу. Ой, ты молодец, какая шестерочка моя. Шестерочка красавица. Я не побоюсь этого выражения. Это руки дрочера за мной бегают. А, нет, стой, не надо, не застревай. Ты что? Ты там все готово? Можно я уже проползу, да? Давай. Нет, только не говори, что последнюю доску надо вместе. Ты с ума сошел? Ты что сделал? Пипец, он прыгнул прямо в лапу. Он прыгнул прямо в лапу. Самое грустное будет, знаешь что? Если последнюю доску она не сможет оторвать одна. И реально надо будет помочь ей. Это будет очень печально и очень грустно. Прямо очень. Я прям буду плакать горючими слезами, если это реально будет так. Это, ну это будет бредом. Это будет невыносимо просто. Невыносимая агония! Если вы помните, откуда это. Хорошо, брось. Ну, конечно. Ага. Пицец. Ориентируемся на звуки. А тут можно куда-нибудь наверх забраться? Так, хорошо, вторую оторвала. Совсем конченый, а? Бесит меня уже. Он меня бесит уже, реально. Вот за эту серию меня этот моно прям выбесил. Прямо бесит. Я просто боюсь, что я не успею ей помочь. Да куда? Ты что ж ты делаешь-то? Он по нему попал, но хитбокс не сработал. Это вообще законно? Мне кажется, это бред. Так не... Это бред. Вот сейчас бред был. Бред бредный сейчас был. Вот я отвечаю, прям заявляю официально. Ну, мне не хватает сил, кстати, сломать. То есть это реально должна ломать моно. Ой, моно, блин, шестая. Так вот ударь. Ну, с двумя это нереально справиться. С двумя нереально справиться, потому что замах очень долгий. Очень долгий замах, и с этим нереально справиться.
Вот ее поджимать вот так вот надо к текстурке, и все будет хорошо. Брось, 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 прыгни! Минус один. Ну давай просто ей дадим побольше времени. Вот реально, дадим ей больше времени. Может тебе действительно надо много времени? Вот она две уже оторвала. Не. Она не может сама. Не может сама, ей нужно помочь. А мы не успеем перебежать, понимаешь? Я просто не успею ей перебежать, помочь. Что такое? Куда? Что за лаги? Вот что? Вот что и как? И как? Объясните мне. Вот объясните мне, как? Не знаю, я почему-то... Ты мне, может, поможешь? Давай задвинем, реально, давай задвинем шкаф. Помоги мне, давай задвинем шкаф. Я тебе говорю, его им надо задвинуть, чтобы не вылезла вторая рука. Ты тупая, помоги мне, пожалуйста, пст. Помоги мне. Помоги мне вот этот шкаф закрыть. Мне не нравится... Мне не нравится эта больница, мне не нравится это место. Оно дурацкое, оно тупое. Я же да вот что опять такое-то? Но они уже вдвоем ползут, ну конечно. Она сдохла? Серьезно, она сдохла? Надо трубу взять. Не смей, не смей, не смей, не смей, тварь, не смей. Ну это глупо, это бред, я не понимаю, это дичь. Это дичь, это дичь. Дичь дикая просто происходит. Вот что ты опять не бьешь-то? Почему? 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 Почему она не бьет ее туда, куда я ей говорю? Я говорю ей, ударь прямо. Нет, она не бьет. Она бьет в бок. Она бьет мимо руки. Ты не можешь попасть по руке, серьезно, моно. Почему я их постоянно путаю? Она и он. Меня это бесит уже тоже. Я знаю, что тебя тоже бесит. Так, давай. Вот что? Вот, вот опять, вот опять! Надо собраться. Либо я сейчас бомбану. Либо я сейчас просто бомбану. Надо не напирать, надо отходить, короче. Но я рано или поздно к этим таймингам привыкну. Вот, нет, попал, хорошо.
Окей! Окей! Нет, нет, нет! Уйди, уйди, уйди! Уйди, не беси! Ну, с одной это тоже сложно. Нет, нет! Бежать, бежать, беги, 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 беги. Боже мой. Это знаешь, это... Это как пройти босса. Это как пройти босса в Dark Souls. Реально, это как пройти босса в Dark Souls в каком-то. Там кто еще такой? Не, я не готов. Я не готов к такому, это оставим на следующую серию, нафиг, а то меня и так уже бомбит. А ты, не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик, обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Не забывай привозить друзей и подруг на канал, пиши в комментарии свои игрушки для прохождения, самое интересное мы обязательно пройдем, залетай к нам в телегу, в дискорд и, конечно, в группу ВКонтакте. Все, ребят, с вами был Бояра, каналья, и пока-пока. We'll be right back.